Мотоцикл – это образ жизни, который выбрали сотни серпуховичей. 4 месяца драйва, скорости и свободы прошли как один. В Серпухове завершился мотосезон. Под Соборной горой слышен рев мотора. Даже плохая погода не помешала нашим мотоциклистам Серпухова собраться вместе на закрытие мотосезона. На лицах мотоциклистов улыбки. Закрытие сезона – это просто еще один повод встретиться, обсудить планы на зиму. Впереди небольшой ремонт и подготовка железного коня к следующему мотосезону. Несмотря ни на что, все настоящие мотоциклисты здесь, все провожают сезон. И уже, наверное, мотоциклы пора, в принципе, ставить на зиму. Мотоцикл – это образ жизни уже. Все, я с детства на мотоцикле, и это уже болезнь. Кто-то садится на мотоцикл, покатался – все. Бросает это дело, и ему неинтересно совсем. Здесь уже все, мотоцикл – это не только средство передвижения, это просто вот, ну, твоя жизнь. Среди участников – мотоциклисты городского округа, мотосообщества, а также члены серпуховского отделения мотоклуба «Ночные волки». Очень важная составляющая, как бы цель нашего клуба в том, чтобы приносить пользу родине. Вот сейчас, вот, кстати, очень хотелось бы передать привет ребятам из пятнашки. Может быть, в следующем году поедем вместе, на закрытие сезона. Сотни байкеров отправились на мотопробег. Маршрут составлен через самые знаковые места муниципалитета. В этот день серпуховичи приняли участие и на закрытии мотосезона в Москве.